Мариарти, где наш злой гений? У тебя когда-нибудь было ощущение, что тебе суждено совершить нечто особенное? Нечто необыкновенное. Я никому о них не рассказывал. Маверики существуют. Маверики. Это самые улетные волны на свете. В них никто не верит. Клянусь, ты такого в жизни не видела. Я должен поймать эту волну. Это волна легенды. Ее покорили лишь четверо из нас, и своих секретов мы не раскрываем. Научи меня. Одно неверное движение, и ты врежешься в воду. Это как в бетон на скорости 100 км в час. Этот парень пойдет до конца. И его даже смерть не остановит. И в этом он похож на тебя. Эти волны приходят с северо-запада и живут лишь 12 недель в году. Так что у тебя всего 12 недель. Ясно. Тебе стоит усвоить пару заповедей перед тем, как мы начнем. Во-первых, не поцарапай машины ближнего своего. Простите, сэр. Это место называют кладбищем. Уступишь течению, окажешься там, и тебя размажет по скалам. Ты должен будешь задержать дыхание хотя бы на 4 минуты. Это невозможно. Сделаем вид, что ничего не было. Не спускай с парня глаз. Ты изменишься навсегда. А если ты ошибаешься? А если я прав? Бывают сыновья по крови, а бывает по духу. Сам одолеешь дракона или позовешь на помощь временного папаша? Дело не в том, чтобы научиться ловить волну. Важно найти то единственное, что подарит тебе свободу. Слишком большая для мальчишки. Почему ты его не остановил? Потому что он бы не стал слушать, и я бы не стал. Покорители волн. Смотрите в кинотеатрах.